Всем добрейший бонсуар. От Анатолия прибыла в работу бритва немецкого производства Фридрих Хердер, 77 номер, имеющая отравление на полотне Herder's Real German Hollow Ground. Значит, забавная бритва с вот таким дерзким вздернутым носиком. Прекрасная геометрия. Тончайшая кромочка получилась. Такая бритва звонкая. Мы будем считать, что на полной выборке. Так. Ну, таким вот образом. Любым местом. Сверху аккуратненько. Ну, или так. Так, в общем-то, будет удобно. Так, где тут нам? Так. Или так по-простому. Ну, таким вот образом. В общем-то, все. Сейчас пакую, отправляю. На этом прощаемся, надеюсь, ненадолго. Всем приятнейшего вечера и до скорых встреч в эфире. Пока.